Поздравление главы муниципального образования Хасавюртовский район Анджамбулата Салалова с Днем защитника Отечества. Сердечно поздравляю военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, ветеранов армии и флота, всех жителей района с наступающим Днем защитника Отечества. Этот праздник стал символом патриотизма и любви к родине, величия и мощи Вооруженных сил Российской Федерации. Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто до конца выполнил свой долг на боевом посту, отдал жизнь за свободу и независимость Родины. Чествуем тех, кто продолжает стоять на страже интересов нашей страны, несет ответственность за настоящее, закладывает фундамент стабильного будущего. Уверен, что жители района и впредь будут с честью выполнять свой воинский долг, достойно служить в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, мирного неба над нашей Родиной. Глава муниципального образования Хасавюртовский район Джамбулат Салалов.